Вот выбрался на пару часиков перед запретом. Вода коричневая совсем. Вот. С рыбой, конечно, не важно. Вода 3,5 градуса. Вот. Стоит возле бережка. Кто-то что-то прислал. Ну, не важно. В общем, такая вот картиночка. Глянуть на перспективу, все равно, в принципе, видно, конечно, что коряг подо мной много. Пытался среди них поймать щуку, но как-то вот безуспешно, хотя я всегда весной ее тут ловил. Но уж очень сегодня такая темная вода, прям как чернила какие-то. Ну и в воскресенье нет совсем течения, как бы так. Грузновато, конечно. Это я уже тут теперь на бережок смотрю. Оно тут вот уже засвечивает, конечно. Вот. А так, в принципе, конечно, ничего такого на дне интересного нет. Хоть вокруг покрути, хоть как. Хоть что. Не видно движения. Рыбки видно было только на перекате самой толстолоб. Три особи здоровенных стояло. Это интересно было. Ну, это не моя рыба, мне она посмотрел, да и ладно. Вот. Ну и на форварде, соответственно, тоже тут никакого движения. Собственно говоря. Не вон какая-то одна. Мелкая рыба плывет куда-то, честно говоря. Да, есть одна такая. Вон она. Хорошо, пусть плывет вдоль бережка там. Вот такие вот дела. Сказать, что весело. Ну, не весь.